смотрите сегодня в выпуске. Продолжение политических преследований. На брата евромайдановца, крымчанина Александра Костенко Евгения, завели уголовное дело. Крымчане для украинской армии. Переселенцы собирают пожертвования для капелланов в зоне АТО. Новые правила военного времени. В Крыму национализируют частные скважины. Стоп-паром. На Керченской переправе опять шторм. 14 декабря в Симферополе правоохранители допросили брата осужденного евромайдановца Александра Костенко Евгения. Молодого человека обвиняют в том, что в мае на оглашении приговора суда по делу его брата он якобы при выходе из зала заседаний показал неприличный жест в сторону судьи, чем оскорбил его честь. 15 мая был достаточно серьезный накал страстей в суде. Сашу в очередной раз притянули в СИЗО в Крымском, и мы пытались донести до судьи, что следует отложить оглашение приговора. Судья нам отказал. В результате я покинул зал судебного заседания в знак протеста против такого судилища. И вслед за мной покинули судебное заседание семья Костенко. При этом из-за того, что очень был серьезный такой накал страстей достаточно, Евгению стало плохо, ему свело руку. Вот, он ее как-то попытался встряхнуть, что ли, и вот этот вот жест, он был как раз расценен достаточно неадекватно судьей. По факту якобы оскорбительного жеста в сторону суда со стороны Евгения Костенко 15 мая был составлен протокол судебными приставами и были взяты объяснения. На допросе 14 декабря Евгений Костенко принес извинения за то, что данный жест в мае был расценен как оскорбление, рассказал адвокат брата евромайдановца. По его информации, следователи уже допросили сотрудников ОМОНа, судебных приставов, а также секретаря заседания. Все они, отмечают Сотников, в один голос рассказали, что его подзащитный показал неприличный жест именно в сторону судьи. Мне кажется, что, возможно, сейчас будет психологическое давление на Сашу. У нас просто есть определенные предположения, что сейчас от Саши будут требовать показания на одного человека, вот, которого я как бы называть не буду публично, да, но который достаточно известная личность, стал с недавнего времени еще более известным. Вот. Поэтому будем, соответственно, мониторить это состояние, будем следить, чтобы никаких к Саше претензий не было. А вот данный инцидент, я считаю, возможно, инструментом давления на него. Сторона защиты сейчас готовит свидетелей, которые подтвердят, что Евгений Костенко никаких жестов в сторону суда не показывал. Когда их вызовут на допрос, следствие пока не сообщает. Дмитрий Сотников говорит, что у защиты есть и другая задача. Мы представим свидетелей защиты. Эти свидетели, ну, чего говорить, это родственники, это дядя Евгения и Саши Костенко. Вот. Это их двоюродный брат, которые были тоже выходили в судебном заседании. Вот. Наша главная задача – не допустить до психиатрической экспертизы, потому что мы не уверены в компетентности психиатров местных, крымских. Мы думаем, что тут может быть достаточно серьезная подстава и статьи, которая не предусматривает лишение свободы как вид наказания, можно сделать принудительные меры медицинского характера. Поэтому наша задача сейчас до этого не довести. По словам Сотникова, до допроса 14 декабря следователи настаивали на психиатрической экспертизе Евгения Костенко, оснований для проведения которой нет. Брат евромайдановца подал ходатайство о том, что такое освидетельствование в данном деле может проводиться только добровольно. Адвокат добавляет, молодой человек не понимает, каким образом определили, что его якобы оскорбительный жест был показан именно судье, а не другим участникам судебного разбирательства. Евгения обвиняют по пункту 2 статьи 297 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ней говорится об оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, тогда как пункт 1 определяет наказание за оскорбление участников судебного разбирательства. Разница в пунктах в том, что по тому, по которому объявляет Евгения Костенко, наказание значительно больше. По первому – штраф в размере до 80 тысяч рублей, по второму – до 200. Отличаются и сроки возможного ареста. По первому пункту – до 4 месяцев, по второму – до 6. Почему-то вменили именно 297-ю, часть вторую, а это более тяжкое считается, при том, что в суде находилось очень много людей,
Но именно из всех этих людей именно судья Можилянский оскорбился, никто другой. То есть могли бы сказать, что оскорбил секретаря или оскорбил судебного пристава, тогда была бы часть первая, это более, ну, более меньшее наказание, и вообще она более легче. А так именно почему-то часть вторую. Следствие по делу Евгения Костенко продолжается. Напомним, в июле 2015 года на брата осужденного активиста Майдана Александра Костенко завели уголовное дело. Крымчане, которые были вынуждены покинуть полуостров после его оккупации, совместно с архиепископом Украинской православной церкви Киевского патриархата Климентом инициировали сбор пожертвований для военных священников-капелланов в зоне АТО. Еще летом решением Священного Синода УПЦ были определены служители, которые состоят в подразделениях Вооруженных сил Украины. Священников из оккупированных территорий от такой обязанности освободили. Однако крымский архиепископ Климент вместе со своими прихожанами-переселенцами решил поддержать духовных братьев. Сегодня, за покликанням сердца, мы решили звернутися до всех своих парафіян, которые сейчас находятся на материковой Украине, с проханням підтримати наших священників. Це є наш духовний долг, як духовенство, як громадян України, допомогти тим, кто находится в зоне АТО. На данный момент в рядах Вооруженных сил Украины несут службу около сотни священников УПЦ Киевского патриархата. Ротации происходят один раз в 4 месяца. Работает на общественных началах. Поэтому финансовая помощь для них крайне важна, отмечает архиепископ Климент. По его данным, за первую неделю после публичного призыва помочь капелланам удалось собрать 20 тысяч гривен. Сбор средств производится переводом на банковский счет. На эти кошти закупаются одежа, и эти кошти витрачаются для того, чтобы священники могли доехать до места сбору, и на невелику финансовую допомогу, что пока священник не служит на парафии, его родины могли цей місяць проіснувати. Роль капеллана в зоне АТО становится все более значимой, отмечают священники. Наряду с оказанием первой медицинской помощи раненым, не менее важной для защитников Украины становится духовная поддержка в сложных боевых условиях. Священнослужители, находясь в горячих точках, проводят богослужения, исповедуют своих подопечных и помогают им излечить израненные войной души. Порой это крайне непросто, рассказывают капелланы. Треба ще до них достукатись. То, що люди огрубіли, тим паче війна, вона дає грубість душі своєї. И відразу не стілиш. В условиях военной агрессии вокруг идеи приближения мира сплотились представители всех конфессий, представленных в стране. Священнослужители проводят совместные молитвы за мир в Украине и помогают тем, кто защищает страну в борьбе за свою независимость. Є такий видимий знак нашої єдності. Якщо взяти вже під увагу різні релігії, там юдейство, і ще взяти, скажімо, іслам, всі ми віримо в того Бога Творця, який сотворив небо і котрий дарує нам мир. І всі ми маємо обов'язок будувати цей мир в нашому суспільстві. В условиях оккупации полуострова крымским священникам немного сложнее помогать приближать мир, поскольку они ежедневно подвергаются опасности попасть под репрессивный каток. Однако архиепископ Климент уверен, это не должно останавливать тех, кто борется за правду. Желающие пожертвовать средства для капеллана в зоне АТО могут сделать это, перечислив деньги на счет, указанный на экране. Райфайзенбанк Аваль. Счет номер 41-88-37-13-08-73-12-24. Получатель – Щекун Людмила Владимировна. Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 14 декабря, заявил о действии на территории полуострова режима военного времени и потребовал принудительно отобрать у 5 предприятий в Судаке скважины с водой, передав их администрации города. Об этом он заявил на заседании межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.
В режиме чрезвычайной ситуации протокольное решение, обязывающее передавать скважины в целях обеспечения населения питьевой водой. В отношении тех, кто препятствует по режиму военного времени, возбуждаем уголовные дела по нанесению вреда Республике Крым. Тут же вводить временную администрацию и скважины все равно передавать. Если решение штаба по чрезвычайной ситуации не будет выполнено, прошу органы внутренних дел выставить охрану возле данных скважин и проводить принудительную передачу. Как сообщалось, 21 ноября в селе Чаплынка были повторно взорваны ранее поврежденные опоры линии электропередач, по которым электроэнергия поступает из материковой Украины на территорию Крыма. Полуостров был полностью обесточен. Там был введен режим чрезвычайной ситуации. Движение паромов через Керченский пролив с 12.00 часов по московскому времени 14 декабря до 11.00 часов по московскому времени 15 декабря может быть остановлено в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в диспетчерской службе ООО «Морская дирекция». С 12.00 14.12.2015 по 11.00 15.12.2015 прогнозируется ухудшение погодных условий. Возможна остановка паромной переправы, говорится в сообщении. В связи с этим пассажиров просят воздержаться от поездок на переправу в этот период, сообщает Центр журналистских расследований.